Здравствуйте, уважаемые подписчики и гости нашего канала. С вами снова я, Виталий. Снимаю свой сюжет в Ильинском районе Пермского края. Это вот у нас наши поросятки. Им сегодня месяц. Поросята венгерская мангалица. 13 штук. 7 мальчиков, 6 девочек. Вот. Отняли их от мамы. Посадили сюда. В теплую овчарню. Где у нас также находятся гуси. Ну, там бараны. Козы. Вот здесь вот выделили им кусочек. Украли у маленьких гусят этот кусок. Вот, и сделали им вот здесь такой вот уютный уголочек. Здесь все равно теплее, чем на улице. Они до этого дня находились на улице. Погода у нас не очень хорошая. Гоша! 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 Ты что это, а? Все, успокойся. Успокойся. Сорвал нашу фотосессию наших поросят. Вот, сделали им здесь такой домик. Так что они там ночуют в этом домике. Укрываются. Вот они какие маготки, да, выходят. Хрюньки-хрюньки, да. Хрюньки-хрюньки. Носик-то, мордочка-то заморал, да? Мордочка-то заморал. Была минута тишины. Вот такие вот у нас милые поросятки. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, дизлайки. Пока.